Привет, друзья и подписчики моего канала! Вас приветствует Ольга в своем деревенском дневнике очень многодетной мамы. Вот за что люблю наше село и вообще просто деревню, за что люблю, за то, что всегда есть возможность испытать прелести деревенской жизни. Обычно городской житель, когда ему говорят слово «деревня», он себе представляет коровку на лугу пасущуюся, причем такой луг зеленый, заливной, молочко варное, яички, яйца от кур, свеженькие, кукареканье петуха, ну, я не знаю, что там еще может представить городской житель, ну, наверное, хрюшку какую-нибудь там, в какой-нибудь лужице лежащей, кошечку, бабушку и домик в деревне. Вот. В мои реалии ежедневные и большая часть года проходит в грязи. Вот. Но не в навозной, конечно, хотя этого тоже достаточно. Навоз у нас, будь здоров, от наших животных. Вот. Только вот грязь еще под ногами, которая жутко мешает работать. Ноги расползаются, тачка не едет. Сегодня в темноте ковырялась. Кое-как эти тачки вывезла с навозом. Думаю, все, сейчас упаду. Не всегда может мне помочь мой супруг, поэтому приходится иногда тягать и в одиночку. Но в любом случае эти реалии деревенской жизни таковы, что грязь здесь постоянная. Во дворе она появляется, потому что и мы здесь ходим, и корову периодически там надо перегнать в сарай подоиться, и на выгул выгнать, и плюс еще тачки наши, и наши ноги. Ну, все это в совокупности разбивает. Мы пробовали засыпать щебенкой, но щебенка утопает в этой грязи, и поэтому нет никакого смысла. Но сейчас, ребят, даже не об этом. Знаете, очень много вопросов поступает относительно хозяйства. Ну, в общем, все смотрят, думают, о, как здорово, сейчас вот Оля нам все показывает, мы сейчас тоже возьмем, все это купим, и все будет у нас так же здоровское, так же красиво, как у нее. Ну, вот я вам хочу сказать, что реалии нашей жизни, они не только состоят из очень интересных, красивых кадров, которые я вам здесь показываю, но и из всяких разных сложностей. Вот, например, сейчас вы видели, как я выношу несколько ведер молока. Но это не совсем молоко, это обезжиренное молоко, называется обезжиренное. Этот обрат я прокипятила и понесла свиньям. Сейчас идет рождественский пост, и реализовывать продукцию стало, конечно, гораздо сложнее. Поэтому мы решили, что мы не будем надрываться, мы будем делать и запасать себе масло, спокойненько укладывать в морозилку из сливок, да, а из обрата сделаем такую витаминно-белково-минерально-витаминную добавку для наших поросят, потому что у нас есть поросята, которые растут, молодежь, и свиноматки, которые вынашивают маленьких поросят, которые, дай бог, скоро родятся. В общем, в любом случае, такие натуральные компоненты в кормах животных, они только на благо животным служат. Может быть, даже в скором времени придется перевести телят на обрат. Ну, я не знаю, они уже давно не пьют молоко, но, в принципе, такой способ практикуется. Поить сначала цельным молоком, потом обратом. Вот. Белковый компонент в рационе наших животных, в принципе, всегда присутствует. Мы их периодически постоянно подкармливаем отходами со стола, там, кипяченым там, молоком, ну и так далее, и так далее. Кто-то скажет, нифига себе. Кто-то скажет, ничего себе, шикуют ребята, молоко выливают свиньям. Но вы знаете, иногда порой цены на продукты складываются таким образом, что проще иногда вылить, правда, животным, вырастить качественное мясо, накормить свою семью, чем продать за бесценок то, что ты делаешь. Ну или, допустим, если, как сейчас, спроса нет, и мы по большому счету вот, ну, никуда не ездим, ни на рынке, ни на каких не стоим. Вот. Бывает, что на кону стоит слишком много, то есть это и бензин, который подорожал, это и трудозатраты, это и время, силы, здоровье, деньги и так далее. И поэтому, посчитав хорошо, мы поняли, что для нас в некоторые периоды жизни, так скажем, да, не всегда это правильно, ну, как бы год на год не приходится, и сезоны все разные. Вот в некоторые периоды жизни нам, конечно же, выгоднее кормить только свою семью своими продуктами и выращивать хороший молодняк на откорме, к примеру. Вот, поэтому вот такая у нас сейчас сложилась ситуация. Это для того, чтобы просто люди, которые переезжают, не думали, что если я переехал в село, то я обязательно все буду реализовывать, у меня будет все продаваться, будут клиенты, и все будет очень классно, и я скоро разбогатею. Если вы, конечно, не забыли, я недавно выпускала ролик с песней, очень хорошей песни «По соседству есть село», эта женщина там проживает, и пела песню про восприятие городских деревню и восприятие деревни городских. То есть ребята, приезжающие из города, там ловили бабочек, наслаждались природой и говорили, как у вас здесь все здорово, да, там, у вас здесь все свое. Вот. А они, не отдохнувшие, не умывшись, ни в зной, ни в холод, ни в дождь, они отдыха не знают деревенские, они идут и пашут, да, то есть, допустим, тоже сено надо собрать, если дождик идет, например, там выйти колорадского жука собрать, если он там даже в самую лютую жару пришел, а иначе никакого все свое не будет, да, то есть, чтобы это было все свое, надо очень-очень хорошо постараться. И тем не менее, да, то есть у нас эти стереотипы, даже я бы сказала, не стереотипы, а представления, да, представления у людей, они уже устоявшиеся, и каждый раз, когда ты видишь перед собой хозяина, ну, то есть фермера, да, там, который держит, там, может быть, даже не одну корову или там не одну свинью, ты уже себе представляешь такую сытую, хорошую жизнь, то есть, а как представить, как дается ему эта сытая жизнь, очень сложно. И вот я, например, частенько, наверное, показываю, ну или стараюсь показывать, как это выглядит в реале, да, с какими проблемами мы сталкиваемся, что бывает, и падеж животных, и неурожай, и что-то ломается, и вообще добыть натуральные деньги в чистом виде в деревне на самом деле очень сложно, потому что, как это не смешно, но вот эта вот избитая фраза «в деревне работы нет», она действительно существует, да, то есть почему существует? Потому что деревня, она кормит натуральными продуктами, а вот именно заработать сами деньги, которые шуршат, да, там или звенят, очень сложно. То есть гораздо проще съездить в Москве в офис, посидеть там 8 часов, отработать и получить зарплату, чем вот в деревне добиться такого результата, что у тебя будет на постоянной основе деньги, денежные средства, которые будут тебе ежемесячно там выплачиваться, хотя бы ежемесячно. В основном все обстоит вообще совершенно иначе. Когда у деревенского жителя появляются деньги, он сразу же начинает покупать корма, там сено, зерно, еще скотину, потому что надо ставить скотину в круг, если ты сейчас не купишь этого маленького бычка, то зарезав большого, кто у тебя будет вместо него расти, или там кто держит поросят, они закупают поросят, и вот так по кругу. И все деньги, которые появляются у деревенских, он в основном вкладывает обратно в свое хозяйство, в заготовку кормов, ну и немножко в обустройство, конечно, если на развитии только еще вот только на становление идет, там сарай кто-то строит, но это очень долгий процесс, и обычно это очень дорогостоящий процесс. Вот, сейчас это я, опять же, просто развить тему жизни в деревне. Пришла мне такая мысль, думаю, сейчас мои зрители меня увидят с этими ведрами молока, поохают, скажут, что ж ты делаешь, мать. А мать на самом деле все взвесила хорошо и поняла, что в данный период, вот в данный период, мне выгоднее действительно молоко, это свое молоко, это свое вылить, да, вылить своим же животным. Оно не пропадает. У нас, в принципе, животные, они же и сами себя кормят. Это очень здорово. Вот. И очень хорошо растут благодаря этим белковым компонентам, будем так выражаться. Но, тем не менее, как бы, чтобы реализовать продукцию, на самом деле, много всяких затычек есть. Помимо того, что нужно найти свою клиентскую базу, постоянных клиентов, которых будет все-все-все устраивать, и время, и фасовка, и вкус, и цвет, и запах, и много-много всего, да, то есть, потому что все бывает в жизни, то есть, как бы человек сначала берет, ахахах, как здорово, там, деревенское, туда-сюда, потом, ой, нет, знаете, слишком жирно, или там, что-то пахнет коровой, там, или еще что-то, вот, поэтому, конечно, не всегда получается прям с лету, сходу, и многие, опять же, мои зрители меня спрашивают, как вы набрали клиентов, ну, по большому счету, все это делается, ну, как мне кажется, достаточно просто и при этом очень сложно. Чтобы вообще найти этих клиентов, либо надо по знакомству, либо надо стоять на рынке. Чтобы стоять на рынке, нужно, конечно же, свою продукцию каждый раз отвозить в ветеринарную клинику, исследовать там каждый раз, да, вот сколько раз ты хочешь продать, столько раз ты и должен исследовать свои молочные продукты или там мясные, ну, что вы собираетесь, в общем, продавать. Вот, потом выходить уже со справками на рынок, стоять на рынке, и там люди, которые тебя уже будут узнавать и любить, можно с ними уже как-то на личных отношениях там завязаться и привозить им на дом. Это обычно всегда удобнее, потому что ты уже везешь под заказ. У нас были такие случаи, когда мы везли на рынок большое количество продуктов, платили там за место, платили за справки, а потом уезжали с большей частью продуктов домой. Вот это было вообще... Теплые яички. Не все так плохо, друзья мои. Собственные продукты, это так прекрасно. И теплая погода, хоть она и грязная, но она благотворно влияет на животных. Им не холодно. Вот и курочек можно выпустить. Они даже себе каких-то червяков тут находить умудряются. Я люблю, когда куры ходят по двору. Люблю, потому что они тут и камешки пособирают, и в залив какой-нибудь покупаются. Не знаю, и червячков, и паучков. Все, можно сказать, натурально. Ну, а то, что мы периодически свои же собственные продукты скармливаем животным, ну, я думаю, это как бы издержки производства. Впрочем, что это я все о грустном и о грустном. Хоть сейчас и не так уж и светло, потому что нет солнышка. У нас вообще какой-то туман стоит. Достаточно грязно, но погода все равно очень хорошая. И погода эта мне навеяла воспоминания о летних днях, только не в этом году, а в самом начале нашего, можно сказать, жительства и с самого начала становления моего YouTube-канала. Поэтому приглашаю вас посмотреть эти замечательные теплые кадры. Надеюсь, от них вы получите большое удовольствие. А ты какой ход сейчас хочешь дать? Первая скорость. И куда ты поедешь? Да. Как? Ну, я... ну давай. Жена в иллюминаторе. Жена в иллюминаторе. Жена в иллюминаторе видна, как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о жене, она одна. Ну все, друзья, вы увидели мастер-класс по косьбе. Главный герой. По езде. По езде. Звучит как тёща. С вами были Оля и Женя. Многодетные родители, очень многодетные родители. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока-пока! Так, сегодня, товарищи, блюдо однообразное. Трава однотипная.